Так, здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас на обзоре ручка, которая похожа на ручку, какую вы думали. Конечно, Lamy Safari. Но эта ручка не Lamy Safari, это ручка фирмы Crocodile. Крокодил по-нашему. И вы будете удивлены, потому что от Lamy Safari она отличается закрытым пером. Ну, остальное все, как вы видите, сделано как у Lamy Safari. В том числе скрепка, держатель, само, собственно, тело ручки. Но тут я уже поставил картридж, поскольку не хочется пачкать сам, собственно, резервуар. Резервуар стандартный, вставляется вместо картриджа, набирается совершенно спокойно и пишется, читается. Начнем, значит, по порядку. Посылка вам ушла у меня 18 дней. Стоимость ручки 194 рубля. Перо 0,38 мм. Вес 16 грамм. Диаметр ручки, самой ручки, 12,2 мм. Диаметр колпачка 13,8 мм. Длина ручки 138,5 мм. Что такого в ней особенного? Ну, особенного ничего нету. Обычный колпачок. Здесь нарисован стандартный крокодил. Там, как мы видим, традиционный китайский болт в основании. Сама скрепка достаточно жесткая. Сделана очень качественно. Перо у нас, как я уже говорил, спрятанное, скрытое перо. 0,38 мм у нее толщина. Кстати, говорят, китайцы пишут, что если вам нужно перо 0,5 мм и прозрачная ручка, им нужно отдельно писать, и тогда они дают эту модификацию. А цвета совершенно различные у этой ручки. Начиная от светло-зеленого, зеленого, голубого, синего, желтого, оранжевого, розового, красного, черного и белых цветов. Здесь же такое же окошечко, как у Lamy Safari. Естественно, здесь видно, сколько здесь чернил у нас. Достаточно легкая ручка, удобная, собственно, для письма. Избавил я вас от процедуры заправки, но я думаю, все уже понимают, как заправлять ручку, поэтому особо не будем этим делом заниматься. Вот, поставил я стандартный картридж, и сейчас попробуем что-нибудь ею написать. Вот оно уже расписано. И так. Вот так вот. Thank you.
ну, вы все прекрасно видели, как пишет ручка. Вы все прекрасно знаете, что за стихи я тут написал. Это стихи Бутусова «Я хочу быть с тобой», группа «Наутилус». Довольно популярная в свое время песня. Поэтому я думаю, что вам это будет очень интересно. Впечатление ручки следующее. Пишет она достаточно жестко. Ну, вы слышали по звуку, какое перо. Хоть и 0,38 мм, но, видимо, еще оно не расписано. Как, собственно, практически у всех китайских ручек, к сожалению. На нажим реагирует хорошо. Здесь, по крайней мере, можно выделить и тонкие, и толстые толщины. На обратной стороне пишет не очень хорошо, но пишет. В остальном сделано достаточно качественно. Могу посоветовать ее, опять же, для школьников, для развития письма. Но лучше бы, если был бы стоял выбор между, допустим, крокодилом и вот этой ручкой, например, хотя бы той же самой Джинхау, модель 559. Ну, если уж на Лами Сафари, то уже вообще вопросов нет. Но я бы взял такую Лами Сафари подобную ручку, но Джинхау. Гораздо более приемлемый вариант, поскольку там и перо немножко помягче, да и качество. Нет, качество приблизительно одинаковое у них. Качество приблизительно одинаковое. Но вот мне больше нравится из этих, если выбирать, то ручка Джинхау. Поэтому ручку крокодил модель 599 я, ну, скажем так, поскольку стоит она порядка 200 рублей, ну, покупать ее можно. Но лучше купить Джинхау такой же модели. А так, в принципе, неплохая ручка. Качество хорошее. Само качество изготовления достаточно совершенно нормальное. Ну, кому интересно, ссылочки на продавца будут под видео. Поэтому спасибо за внимание. До следующих встреч.